Всем привет! Я сразу хочу извиниться за звук. Я сейчас нахожусь на самой высокой точке, которая есть на Ленинградской площади. Я залез на самую высокую точку и сейчас вещаю вам отсюда. Кран просто нереально шатает. Но это же охеренно. Вон, ребята, вон Паша Бумчик и Паша Бондарь, наш фотограф. А еще один интересный факт. Мы залазили на кран четвером, с нами была еще одна девочка. Но наконец крана залезли уже мы троем. Это я, Паша и Паша. Девочка где-то потерялась. Я надеюсь, она не упала. Ребята, сейчас я чувствую себя крановщиком. Тут находится все, находится пульт. Тут у него даже есть кондиционер. Представьте, какая работа. Ты просто сидишь на мягком кресле, управляешь. И еще плюс кондиционер у тебя есть. Но это, конечно... Работа очень опасная и тяжелая. А еще мне знаете, что это напомнило? Это такие маленькие вертолеты, как GTA San Andreas, которые стеклянные. У них стеклянный корпус, и когда ты летишь в вертолете, видно дно. Тут точно так же, видно все через стекло. Сейчас я нахожусь на самой стреле крана. Ветер здесь просто нереальный. Мой капюшон постоянно сдувает. Кепку тоже приходится поправлять на такой высоте. Я думал, это время уже не наступит, но нам пришлось уже слазить. Я посмотрел вниз, и там нас уже ждало 5 охранников. По крайней мере, я его увидел. Всего 5 человек. Вау, это уже стало, наверное, нашей традицией кататься сзади. Sexy and I know it.